Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Туве идет обсуждение народных инициатив в рамках года развития малых сел. Рабочие группы, в которые входят члены правительства Тувы, депутаты Верховного Хурала, представители министерств и ведомств, совершают выезды в малые села республики для оказания практической помощи в составлении программы развития и оформления заявки на участие в конкурсе на лучшие народные инициативы. Народная инициатива является только одним из пунктов программы развития села, но самым важным, по мнению самих жителей. Напомним, 2018 год объявлен годом развития малых сел. Сейчас в республике насчитывается 66 сел, где живет менее 1000 человек. Сходы граждан уже прошли в 7 населенных пунктах Кахемского района. Например, в селе Ильинка, которая в этом году отмечает столетний юбилей, хотят заняться благоустройством. Инициативу людей можно разделить на несколько направлений. Например, производственно-перерабатывающий цех в Кокхаке, комплексный промышленный цех в Кундустуге, туризм, охотничий и заготовительный пункт в Сизиме, туристический дом в Усть-Бюрене, спорт, детские и физкультурные площадки в Бояровке, Сукбажи и Сизиме. Деятельность одной из придорожных столовых Тувы приостановлена на 60 дней. Постановлением Лухемского районного суда от 19 декабря 2017 года деятельность столовой на 101-м километре автодороги Кызыл-Хандагайты приостановлена. Причиной принятия решения о приостановлении деятельности частного предприятия стали многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе недолжная организация водоснабжения. Проверка управления Роспотребнадзора выявила нарушения санитарных и гигиенических правил, в частности, не проводится лабораторный контроль за качеством готовых блюд и безопасностью поступающего сырья, а также личной гигиеной работников и условиями труда. Помещения в столовой не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, объекты повышенного выделения тепла, влаги и газов не оборудованы вытяжными системами. Не соблюдаются также правила мытья посуды. В помещении отсутствует цеховое отделение, повар не имеет допуска к работе и гигиенической подготовке. Обеспеченность разделочными досками и ножами, а также санитарной одеждой недостаточная. На стенах и потолках имеются следы от мух. В момент проверки санитарные книжки оформлены с нарушениями. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. 21 января в 17 часов Национальный театр приглашает на премьеру драмы «Бернарда Альба» по пьесе Гарсия Лорка. Касса театра 2.11.41. В поселке Кахем полицейские выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении гаража на территории базы хранения каменного угля полицейские выявили факт незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате проведенных мероприятий полицейскими изъято оборудование для кустарного розлива алкогольной продукции, порядка 265 литров спиртосодержащей жидкости, более 240 литров алкогольной продукции в бутылках из-под водки, коньяка и виски известных наименований с федеральными специальными марками, имеющими признаки подделки, и без них. Пустая тара, пробки и этикетки бутылок водки, пищевые добавки, канистры из-под спиртосодержащей жидкости, а также федеральные специальные марки, имеющие признаки подделки, в количестве более 540 штук. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое 21-летних жителей поселка Кахем. Указанные граждане дали признательные показания о том, что они осуществляли незаконный разлив алкогольной продукции и осуществляли маркировку поддельными федеральными специальными марками в целях дальнейшего сбыта данной алкогольной продукции. В настоящее время в отношении фигурантов уголовного дела принята мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к производству поддельной алкогольной продукции и мест ее сбыта. К
1 февраля выпускники должны определиться, какие выпускные госэкзамены они будут сдавать. В эти дни школьники активно пишут заявления на ЕГЭ. Выпускники этого года подают заявления в свои школы, а выпускники прошлых лет – в места регистрации на ЕГЭ, которые утверждены для каждого региона. По словам заместителя министра образования и науки России, главы Рособорнадзора Сергея Кравцова, в 2018 году никаких существенных изменений в ЕГЭ не будет. Демонстрационные версии экзаменационных заданий по всем предметам опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. В итоговой аттестации для девятиклассников в этом году также изменений не будет. Им предстоит сдавать 4 предмета. 2 обязательных – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору. Итоговое собеседование по русскому языку как допуск ГИА-9 в этом году еще не будет введено в штатный режим. В феврале и апреле пройдут 2 апробации собеседования в школах, но их результаты не будут влиять на допуск к экзаменам в этом году.